Эта песня вычурнана называлась «Сюжеты вырванных страниц». А сейчас мы их сыграем нон-стопом. Такие вот в последнее время полюбили играть нон-стоповые сборники. 1000 шагов вверх для тебя и предчувствия. Все идут без пауз. У нас с собой, к сожалению, такой специальной девушки в бикини, которая будет ходить с табличками и показывать, какая именно вещь наступила. Вы попробуйте догадаться. Thank you.
теперь, чтобы все это переварить, мы сыграем песенку, которая называется «Лайд-остров». Вы удивитесь, но она придумана как раз на Лайд-острове. А где это и что это? В общем, не так уж важно. Thank you.
лодки, так сказать, и через минут 5-7 мы продолжим. Договорились? Да! И забыли второе деление. Как бы это вам объяснить? Вот присутствующие здесь старые друзья, которых мы тут встречаем иногда. Вот помнишь, вот тот здоровый, то, что мы называли пупырем, вот такая большая круглая скала, и как, когда она там налетела, помнишь, солнце светит, срывает верхушки, вот просто вот волны и так далее, вот это вот все. Вот это называется солнечный бриз, ну, в моей версии, потому что другого более нормального названия к этому не смог подобрать. Вот сейчас мы что-то такое на 9 четвертей. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Это была композиция «Кавфьорд» в честь натовского норвежского вражеского фьорда, который произвел в свое время 20 лет назад, он произвел мне впечатление, это был конец июля 96 года. А сейчас мы сыграем сокращенную версию, такую 15-минутную сокращенную версию концерта вот прошлогоднего, который был почти год назад, 6 июля. Выкинем оттуда много нужного и полезного, в том числе с нами нет на сцене трубы, нету скрипки, и все мы стали намного старше. Короче говоря, сейчас у нас пойдет отрывок концертной сюиты, которая называлась «Так было не всегда». Вы видите, я с возрастом придумываю все более вычурные названия. Она состоит в данном случае теперь только из трех частей: композитный поток, вариации вечности и «Так было не всегда». Thank you.
Thank you.
закрытие сезона пьесы, которая называется «Дельта». Интуитивно, это не та «Дельта», которая, ну вот, такая компания. И даже не та, которая набла, перевернутая на голову. Это все продолжение всей той же темы «Вниз по реке», рано или поздно там приходит «Дельта». Увлекательное вообще явление. Она длиннее, чем река. Ну ладно. В общем, а сейчас, напоследок, наверное, «Дельта».
Ну вот, спасибо на этой тете, мы уходим в отпуск. Еще так мы еще увидимся в будущем сезоне. Скорее всего, где-нибудь ближе к какой осени. Всем спасибо, все свободны. Можете не спешить уходить, потому что еще не до конца прохладно. До свидания.